Здорово, Шелны, решил запилить небольшой видос и выяснить, насколько АФК фарм лучше фарма в духе. То, что АФК фарм профитнее, это безусловно. Однако, насколько я знаю, никто не снимал конкретный фарм тест. Поэтому будем исправлять и, как всегда, приятного просмотра. Вот, потому что ревизарио, который человек, блядь, там как его, я хуй знает, там страж, плюс 12, не может убить, блядь, булик. Ну что ж, на момент записи видео на сервере был hot time. Плюс я подрубил сразу два вида супов и свиток удачи на дроп. В общем, нехило так бустанул шанс выпадения предметов. Данные усиления будут действовать как на АФК, так и на фарм в духе. Эксперимент займет по 6 часов на каждый вид фарма для более адекватной оценки выпадения предметов. Ведь если тестить по тому же часу, согласитесь, что как таковой явной разницы мы не увидим. Итак, магии монтажа мы перенеслись на окончание АФК фарма. Внимание мы будем уделять таким предметам, как потемневшая статуя духа, а также на свитки опыта, сундуки Камасильвии и монеты тьмы. На ядра хаоса и источники магии мы, наверное, особо не будем обращать внимания, так как это чистый рандом, их бы не могло бы быть и вовсе. Так что суммарно будем ориентироваться именно на расходники в больших количествах. Следующая стадия, и мы переходим в фарм черного духа. У меня действует подарочный плюс к фарму в духе, однако, вопреки многим домыслам, он ни насколько не увеличивает шанс выпадения предметов в офлайн фарме, а лишь продляет время использования и вес инвентаря. Заранее убедившись, что я проюзал все те же бафы и даже добавил режим изгоя, мы переходим в фарм черного духа на те же самые 6 часов. И как мы видим, все ожидаемо и очень печально. Если сравнить с АФК фармом, то лута было меньше приблизительно в 5 раз. За 6 часов фарма это очень большая разница. Теперь представьте, насколько игрок с круглосуточной фермой выносит больше ресурсов, чем рядовой с духом. На этом завершаем эксперимент, и можно конспектировать, что фарм в АФК в 5 раз лучше, чем в духе. Надеюсь, данное видео показалось полезным и информативным. Не забывайте выполнять ритуалы YouTube, а также писать, как вы фармите сами. Спасибо за внимание, я кончил.